Здравствуйте, Рик автомобиля я вам сделал. Вот сейчас я вам продемонстрирую, как все здесь работает. Правая дверь передняя. Все открывается. Задняя правая дверь. Все открывается. Передняя левая дверь открывается. Задняя левая дверь открывается. Багажник открывается. Колеса при движении крутятся. Поворот колеса руля. Все работает, и руль, колеса все крутятся как положено. Работает, качение работает. То есть амортизация вам все сделала. Значит, при сохранении FBX вот эти вот настройки, они не работают. Но вы можете все по новой там в вашей программе, в какой вы откроете, все сделать. Я вам на всякий случай этот файл, исходник в Cinema 4D, приложу к FBX формату. Но сейчас я вам покажу, как в FBX формате это все будет выглядеть. Вот в FBX формате, то есть все как бы сплайны, они есть эти здесь, но они здесь уже не действуют. То есть FBX формат не передает этого. Но тем не менее, также мы можем все здесь найти дверь. Вот, допустим, левая дверь. И вы ее там можете в своей программе также все анимировать, как вам нужно. Также эта дверь. Также багажник. Так. Колеса. Задние колеса, поворот, то есть все, пожалуйста, можно анимировать. На этом работа выполнена, поэтому прошу вас принять работу. Текстуры я вам советую накладывать в вашей программе, потому что то, что я сделаю, оно будет очень хорошо выглядеть. Сейчас я вам покажу. Я ее уже затекстурировал в своей программе, но не факт, что они в таком же качестве откроются
у вас, потому что VX шейдеры не передают. Сейчас я вам покажу, как автомобиль выглядит. Текстурованный. Освещение. От освещения блики зависит от окружения. Сейчас ничего нету в сцене, поэтому. Ну, здесь без анимации, просто текстуровка.